Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, это Миша. Мы, короче, сейчас с родителями... Миша, не кусайся! Так что ты пристал? Вот любит он такие шубы, а? Зараза. Вот, их... Фу! Миша! Так, в общем, мы едем с родителями на Кубу, но сначала мы должны доехать в Москву на машине, а потом полетим. Вот. Миша сначала поедет на машине, а потом мы полетим. Это вложится в две части. Как мы туда едем, первая часть. А, ну, в Москву, и как садимся на самолет. А вторая часть, как мы уже прилетаем. Миша. Вот. Пока, Лёлька. Ай-яй-яй, собачка моя. Пока, пока, моя девочка. Пока, моя хорошая. Солька. Пока чувствуешь, да? Зайка, красавица, ну пока. Извини, что еще, извини. Лёль, это будет так вкусно, так вкусно, да. Ну что? Все. Какой мы сладкий, пока. Все, Лёлечка, да? Нет, Лёль, заходи. Лёля. Давай домой, Лёль. Давай. Лёля, иди ко мне, давай. Все, оставайся, ты тут остаешься. Все, пока. Пока, мой сладкий, пока. Снег выпал только вчера, я именно... Вот, когда мы дома, так снега нет. А когда вот уезжаем, тогда вот снег вывалил. Вот, конечно, вот класс прям. Вот, с Мишей вчера бесились тут. Вот, мои следы Мишины. Команду взять, тренировали. Да, Мишка? Миш! Пока, пока, мой хороший. Давайте к нему подойдем. Ой-ой-ой-ой, по снегу. Пока, мой сладкий. Пока, моя морда любимая. Пока, пока, пока. В нос. Пимк. Пока, пока. Зайка, пока. В общем, ребята, мы сейчас в машине уже. Точнее, родители еще в доме. У нас почему-то на охрану дом не ставится. Но это пока что ничего страшного. Мы сейчас все поставим и поедем в Москву. Ехать нам примерно часов 9. От Москвы до Кубы ехать 14 часов. Надеюсь, меня слышно, потому что там радио сильно кричит, и до него мне тянуться долго очень. Вот. Я долго много разговаривать не буду, я просто буду показывать какие-то моменты в машине. Вот. Потом, как мы заселимся в отель, вот. Как будем в аэропорту, а потом, ну, это будет первая часть, а потом выложу вторую часть, как мы уже долетим до Кубы. Это дойдем до... Но будем в отеле, и там, ну, это будет вторая часть, а потом уже буду снимать, как мы там развлекаемся, все такое. В общем, да, да, давайте еще. В общем, ребята, мы сейчас вот зашли на заправку, я себе взяла вот такие вот сухарики какие-то, ну я их брала часто. Вот со вкусом бекона еще не пробовала. Потом такие вот Смит, думаю, кто, ну, многие пробовали такие конфетки. Еще мама 2 Липтона взяла мне, и он себе. Вот там еще конфеты для самолета нам сосательные, потому что
Потому что в самолете, чтобы уши не складывало, ну, конфеты рассасывают. Что мама себе еще Аленку взяла. И еще мы возьмем себе там по хот-догу такому. Ну, мама, папа и я. Ну, я с вами буду хот-дог, а папа какую-то там штуку другую. Вот. Да. Угу. В общем, вот мы сейчас едем. Улица уже стемнело, сейчас уже половина пятого. Мы уезжали примерно в 11. Пока что мы... Нам еще 340 километров ехать. В общем, ребята, мы сейчас пока что остановились немножко. Вот, мы сейчас опять поедем дальше. Нам осталось 213 километров. Вот, сейчас... Ну, 8, 6, 15. В общем, ребята, мы заселились в номер. У нас такой маленький, совсем небольшой мы взяли. Вот, в Москве снег. В общем, тут у нас такой маленький телевизор, зеркало, стол, две кровати, вот кровать. Ну вот. Сейчас тут туалет. Ой. Вот, небольшой совсем. Короче, так вот получилось, и это уже часть заканчивается, и буду начинать вторую часть того момента, как мы уже будем в аэропорту лететь на Кубу. Вот, если вам это видео понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал, и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока.